На факультете журналистики МГУ прошли 7-е международные московские чтения. В этом году факультет провел конференцию совместно с Международной ассоциацией исследователей и преподавателей медиа-менеджмента ИММА. Участники из Китая, Индии, Бразилии, США и европейских стран обсудили вопросы экономики и менеджмента применительно к общей ситуации в медиа. IMMA is an international media management academic association organization. IMMA – это международная ассоциация исследователей и преподавателей медиа-менеджмента, объединяющая университеты по всему миру. Главные цели нашей конференции – это продвижение медиа-менеджмента, медиа-экономики и исследований креативной индустрии. Мы пытаемся понять, как устроена медиасфера, используя множество подходов и методов. Ведь медиа – особый и сложный сектор, если сравнивать его с другими отраслями экономики. Конференция дала возможность участникам из различных стран рассказать о собственных подходах к изучению медиа-менеджмента. Исследователи коснулись вопросов экономики медиабизнеса, отношений медиаиндустрии, капитала и власти. Сегодня, в период дигитализации и конвергенции, медиабизнес испытывает множество вызовов, встречается со множеством вызовов. Эти вызовы не только позитивные, но еще и негативные. Эти вызовы ставят вопросы о бизнес-моделях, о компетенциях управленцев, вообще о сути того, что делает медиа. Поэтому, отвечая на эти вопросы, мы не только удовлетворяем свой академический интерес, но мы все-таки работаем на наш учебный процесс. Участники убедились, что вызовы, с которыми сталкивается медиабизнес различных стран, это часть глобального тренда. Конференция помогла российским и зарубежным исследователям прийти к общему пониманию того, как должны развиваться медиа в новых условиях. Мурадова Аракси, Мамедов Гюнель, Мешков Алексей, Маховая 9.